Всем привет, меня зовут Вика, и Новый год уже приближается, поэтому в этом видео я вам покажу несколько идей новогоднего декора. Да, не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропускать очень много крутых новогодних видео. Также не забывай про видео вопрос-ответ, задавай свои вопросы внизу в комментариях или к первому незакрепленному посту ВКонтакте на моей странице. Ну что ж, а мы начинаем! Все, что нам понадобится для первой идеи, это рамка от фотографии, новогодние шарики и бечевка. Эта идея нереально простая. Сначала я отрезаю нужный мне по длине кусок бечевки, с одного конца я привязываю его к шарику, а с другой стороны обматываю и фиксирую на рамке. Получилось очень круто, я обожаю эту идею, она нереально бюджетная и очень крутая. And you see it all over the place. Town glitter puts a smile on your face. So light up a candle and let it be days of grace. Ну а для наших новогодних бирочек нам понадобятся цветные ручки, ножницы, картон любого цвета, бечевка, а также крафтовая бумага. Все нереально просто. Для начала я вырезаю нужного размера мне бирки из картона. Вы подгоняете, как вам нравится. Затем вырезаю точно такие же бирочки из крафтовой бумаги. Только помните, что бирку нужно обклеить с двух сторон. Как вы поняли, дальше я обклеиваю наши бирочки. И самое сложное, наверное, в этом DIY, мы берем ножницы и вверху проделываем дырочки. Если у вас могут быть с этим проблемы, то лучше попросите кого-то из взрослых. Теперь я беру бечевку и нарезаю 4 одинаковых куска и делаю вот такую вот так называемую петельку. Из бумаги для скрапбукинга я вырезала вот такие вот подарочки, звездочку с надписью Merry Christmas, а этот олень просто восхитителен. Да. На самом деле это очень крутая идея, потому что с обратной стороны можно написать имя получателя, и это будет очень круто. Ну а теперь переходим к третьей идее. Для нее нам понадобится красная бумага или картон, трафарет оленя, клей и блестки. Для начала трафарет оленя я обмазываю клеем и сыплю блестки. Работа кропотливая, но получается очень круто. И да, потом у меня полспальни было в этих блестках, имейте в виду. Затем я приклеиваю к нашей бумаге оленя и все. Эту идею я хотела воплотить еще в прошлом году, но не сложилось, поэтому хоть в этом. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши мне в комментариях какой-нибудь интересный вопрос. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!